Да, все-таки не будь мне популярным блогером. Где регулярность? Последнее видео было месяц назад. Бессовестный. Я устроился на работу. У меня предзащита через 10 дней. И знаете что? Я ничего не успеваю. Надо было устраиваться после диплома. Но уже поздняк метаться. Я уже документ подписал. Боже. Надеюсь, я все успею. Пока нет работы, я готовлюсь к госэкзамену. Да, типа, клиентов нет. Че, я буду сидеть впустую? Пишу ответы. На часах 9 вечера. Я пришел с работы, поужинал. И самое время писать диплом. Потому что мне к 11 утра своей научной руководительнице показывать то, что у меня есть. А у меня ровным счетом очень мало всего есть. И я на самом деле лют. У меня вот так вот жим-жим делается. Я не знаю. За сегодня я планирую написать 7 разделов. Я надеюсь, я напишу. Не знаю. You energizer. Боже. Что не видео, то у меня стоит сушилка. Я ее убираю, честно слово. Просто в этот раз я постирал полотенца все, которые у меня были задействованы. И вот они сушатся. Третий день. Но я работаю сегодня второй день, так что, думаю, простительно, да? Вы еще не видели, что у меня с посудой творится. У меня не осталось чистых тарелок. Погна, лютый спидран по диплому. Алиса, стоп. Не обессудьте, мне лень каждый раз выставлять кадр так, чтобы я на заднюю камеру осознавал, что я вижу. Это очень много времени занимает, сейчас не до этого. Хочу поделиться темой своего диплома. Тема называется... Технико-экономическое обоснование выбора офтальмологического авторефрактометра. Авторефрактометр — это та штука, то есть у офтальмолога, у окулиста, куда вот так, вот она вот тут вот так, и вы вот так садитесь подбородком, она так настраивается, и там вы еще вдали видите шарик воздушный. Вот. Это вот этот вот аппарат, который как раз-таки измеряет вашу остроту зрения. Если в нем есть дополнительные кератофункции, то он еще измеряет астигматизм, кривизну вашей радужки, вашего глазного яблока, все необходимые параметры для дальнейшего лечения, либо же подбора контактных линз. Умный. Я как бы профессионал своего дела. А еще оцениваем мою новую стрижку. Химзавивка прошла, теперь я выгляжу как Елена Кристина Лебедь. Ну и что, мне нравится. Так, если сделать еще вот так... Вообще получается такой. Самая легкая именно аналитическую часть своего диплома я сделал еще в начале апреля. Самое сложное, я думал, что это будет просто. Я стоял на потом, как видите. Короче, не делайте моих ошибок, окей? Начинайте писать диплом не за 2 месяца, как это сделал я, а, ну, типа, ну... За 3 как минимум, потому что на 4 курсе есть такая возможность. Уже мне так грустно из-за того, что я не начал вовремя это все делать. Я так боюсь, реально. Я на лютом очке сейчас сижу. У меня еще госэкзамены, я параллельно еще и к ним готовлюсь. Я сегодня на работе сидел, готовился к госэкзамену, учил билеты. Спасибо, что платите мне за то, что я учу билеты. К слову, прошло 50 минут, я еще не доделал один раздел. А сегодня я хотел сделать 7. Надеюсь, дальше время пойдет медленнее, а моя работа быстрее. А я хочу скорее приехать в Китай. Я так хочу там уже поесть китайскую еду. А что это? Так, я произвел некоторые расчеты на своем таком супер-пупер популярном калькуляторе инженерном.
Work smart, citizen. Все, давай, миленький. Увидимся, когда снова придется что-то посчитать. Перерывчик на перекус. Хочется чего-то фруктового. Просто их покупал еще в августе, когда удалял зубы мудрости. 24 банки. Вот доедаю. Потому что пока не планируется удаление, потому что у меня нет времени. Ам-ам-ам-ам-ам. 1 из 7. Сделано. На это лето музыка на кассетах путается на вокзалах, путается на одеялах. Оф, вы моя научная руководительница. Ирина Владимировна, держите. Итак, Ирина Владимировна, на! На улице просто нулина. Без рофлов, реально. На улице 0 градусов. Только у меня лук, штанишки, курточка, шарфик, форсетка. Направляемся. What are you doing? Texting. Видим, что в пространстве чертежа открывается рамка с основной надписью, которую в процессе выполнения задания мы можем изменять. Например, размеры рамки или ее ориентация. Боже, выходные пролетели, как и не бывало. Сегодня опять рабочий день. Завтра тоже. Послезавтра один выходной. Я просто сплю и вижу, как он будет. Дома очень холодно. Надеюсь, на работе будет потеплее. Я вообще никуда не хочу уже. Я вчера весь день занимался дипломом. А, позавчера, кстати, я съездил к научной руководительнице. Сказала, что все супер. Я не помню, я говорил это или нет. Потому что вообще... Я в нулине. Хай! Мороз дома продолжается, я пришел с работы, выпил энергетика. Мне сказали, что до антиплагиата, до того, чтобы скинуть мой дипломный проект на антиплагиат, крайнее число это 10 мая, сегодня 6. Диплом находится на 90% готовности, плюс я его еще не перерабатывал на антиплагиат, то есть он у меня сформирован, мне нужно сделать копирайтинг, так сказать, и немножко его дописать. Боже, я на лютом нервике. Завтра выходной, завтра я планирую, что у меня все будет готово. И завтра же вечером я его скину. Настроение у меня такое, знаете, после работы немножко усталое. Но я покушал, попил Energizer и сижу делаю. Надеюсь, я сегодня лягу спать до 12. Ну ладно, до часу ночи. Пожалуйста. Ну что, какого такая эстетика? Нет, а вот вообще адекватно, что мне сказали, что нужен учет по преддипломной практике. У меня горят дедлайны вообще по всему. Диплом до 10 мая на антиплагиат.
преддипломная практика, отчет написать. Потом госэкзамен 20 мая. О чем мы сразу, не знаю, сессию дополнительную какую-нибудь не проведем. И какие-нибудь факультативные занятия. Потому что, ну, а чем мне еще заниматься, да?